Анатолий Иванович, бывший активист Гагаузской республики, очень много помогал гагаузскому народу. Здравствуйте. Я Хиор Анатолий, ветеран Гагаузской революции, член Совета старейшин Гагаузии. Значит, на митинге 7 ноября все, что было сказано в адрес Башкана Гагаузии, все это гнусная ложь. Самую большую ложь высказал шофер-дальнобойщик Сергей Чернев. Вулканической райадминистрации это случайный человек. Сергей Чернев публично оскорбил честь и достоинство Башкана Гагаузии. Он публично назвал Башкана Гагаузии вором. Это уголовно наказуемое деяние. Прошу Михаила Формузала обратиться в прокуратуру с иском о возбуждении уголовного дела на шофера дальнобойщика Сергея Чернева за клевету. Так называемое народное собрание Гагаузии в действительности является антинародным. Антинародное собрание Гагаузии во главе с его председателем сеет противостояние между исполнительной и законодательной властью, из-за чего страдает весь гагаузский народ. Убедительная просьба Башкану Гагаузии, я думаю, участники митинга меня поддержат в этом. Убедительная просьба Башкану, пользуясь полномочиями, предоставленными ему уложением Гагаузии, распустить антинародное собрание Гагаузии и объявить досрочные выборы народного собрания. По вопросу о том, в какой союз вступить, в Европейский союз или в таможенный союз, надо спросить народ. То есть необходимо провести всенародный референдум. Спасибо за внимание.